А Сергей Плохий, выпускник Днепропетровского университета, доктор наук. С 90-х годов работает в Канаде, с 2007 года занимает кафедру Михаила Грушевского в Гарвардском университете. Пишет очень много книг, научно-популярных, высокого качества, пишет их по-английски. Поэтому они часто переводятся на украинский и на русский языки. Я, Сергей Гирик, Анатолий Саган, мы втроем перевели эту книгу на русский для издательства «Корпус» в Москве. Книга, с одной стороны, работает по тем, основано на тех же источниках, на которых все подобные работы. Это интервью, материалы прессы, воспоминания. Но, с другой стороны, есть уникальные источники. Вещи, которые я описывал, это события 20-25-летней давности. И на большинство из таких документов срок или секретности, или конфиденциальности просто не истек. В общем-то, еще срок хранения продолжает работать и по американским законам, и по российским, и по украинским. Большая работа по рассекречиванию, скажем, этих документов, то есть фактически введению их в научный доступ, была проведена библиотекой Буша-старшего, которая находится в Техасе. И по отдельным темам, в том числе тема окончания холодной войны, многие материалы, которые являются еще, так сказать, засекреченными, допустим, State Department, они уже были рассекречены в библиотеке Буша. В том числе записи телефонных разговоров, допустим, с тем же Ельциным, с тем же Горбачевым, с тем же Крючковым. И, в общем-то, та же ситуация складывается, допустим, в России, где в фонде Горбачева есть определенные документы, которые еще в государственных архивах получить невозможно. Архив Джеймса Бейкера в Принстонском университете, та же ситуация, то есть это его личные документы. Конечно, там проходит какая-то, так сказать, проверка, какая-то фильтрация, но, в принципе, огромное количество материалов, которые в государственных архивах недоступны, они там доступны. И вот эти материалы наиболее интересные были как раз с американской стороны, вот с библиотеки Буша. И они для меня, в общем-то, показали, что мифология развала Союза, которая особенно сильна в США и в России, о том, что эта мифология преувеличивает роль США в развале Союза, она, ну, то, что я только что сказал, она мифология, то есть она не базируется на каких-то реальных реалиях исторических или документальных. И Соединенные Штаты Америки, в общем-то, были категорически против развала СССР. Вплоть до последних дней перед украинским референдумом, когда уже было ясно, что огромное большинство участников референдума проголосует за независимость, только тогда произошло изменение американской политики. То есть, когда уже ситуация была абсолютно ясна. Вместе с Украиной главным, так сказать, или виновником, или главная заслуга принадлежит как раз России и Украине. И мой главный аргумент в книге – это то, что это не какие-то там ЦРУ, не какой-то гарвардский проект, не какие-то США, которые развалили Союз, и что, опять-таки, это не вина или заслуга Горбачева. К сожалению, до сих пор не определена судьба перевода на украинский. Это очень жаль, поскольку книга очень важная для нашей истории также.